Простите, что происходит? Граница. Всем выйти из автобуса для досмотра. Пожалуйста, поскорей. Сюда, будьте добры. Замеряю температуру. Мы пропали. Кэр, что теперь будет? Не бойся, все хорошо. Нам никак не пройти. Сама понимаешь. Я что-нибудь придумаю. Должен же быть выход. Нельзя сейчас им сдаться. Мы ведь уже так близко. Сейчас самое главное только вы с Алисой. Я могу вас спасти. Нет. Должен быть другой способ. Если другого нет, я готов. Джерри? Ты рисковала жизнью ради нас. Если тебе и девочке нужна помощь, я рядом. Роуз? Моей дочке надо в туалет. Что вы живы. Мы видели Иерихон в новостях. Я так испугалась, думала, вы погибли. Как же я рада. Вы дали мне адрес брата. Могу ли я... Конечно. Он будет вам очень рад, и мы приедем. У него безопасно. А что с Маркусом? Он начал мирную демонстрацию возле одного из лагерей. Что бы там ни случилось, он перевернет историю. Они ищут андроидов. Мы не пройдем. Вы должны. Ты знаешь, что будет, если поймают. Роуз, если что-то случится, я ее заберу. Вы что, уезжаете? Они собирают по домам всех андроидов. Мы бежали, пока нас никто не знал. А как же остальные? Их переправляют по реке. Мы с Адамом встретим их на том берегу. Thank you.
Я долго не понимал, почему мать со всеми вами возится. Но послушал этого Маркуса, и до меня наконец дошло. Вы живые. Вы должны быть свободны. Лишь бы теперь все это поняли. Следующий. Паспорт. Свободу. Добро пожаловать. Мы прерываем вещание для экстренных новостей напрямую из Детройта. Джосс? Да, Майкл. Военные только что начали атаку на баррикады, проигнорировав тот факт, что протест девиантов мирный. Видимо, решили прекратить уличную демонстрацию девиантов силовыми методами. Спасибо, Майкл. У меня пока все. Погодите-ка!
Что-то происходит. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Невероятно. Девианты. Девианты вдруг запели. Скажите бойцам отступить. Кажется, да, военные правда отступают. Сегодня, 11 ноября 2038 года, тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, они вышли со складов Киберлайф, в которые, вероятно, проникла группа девиантов. В связи с их превосходящим числом и риском больших человеческих жертв, мы приказали армии отступить. Сейчас в городе начинается полная эвакуация населения. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату по поводу мер в этой беспрецедентной ситуации. Я знаю, что граждане нашей страны прониклись сочувствием к девиантам. Возможно, нам действительно пришла пора задуматься о том, не являются ли андроиды новой формой разумной жизни на планете. Очевидно одно. События в Детройте изменили наш мир навсегда. Храни нас Бог. И храни Бог Соединенные Штаты Америки. Ты смог, Маркус. Мы смогли. Великий день для нашего народа. Теперь у людей нет выбора. Придется нас послушать. Ты должен выступить. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову
и заявить людям о том, кто мы. Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аманда! Должен быть способ. Кстати, я всегда стараюсь.